Физкульт, привет, друзья, на связи. Мускулшоп. Я Сергей, и в этом видео поговорим о том, какие упражнения можно сделать на передвижной шведской стенке. Итак, в комплекте здесь будет сама стенка, турник с разными хватами, брусья и скамья. Скамья, кстати, идет вот с такой подушкой под ягодицы. В комплекте еще есть такие валики под колени. Итак, покажем, какие вообще упражнения можно сделать на этой шведской стенке. На шведской стенке можно выполнить подтягивания сперва. Какими хватами? Вот. Самый широкий. Потом параллельный широкий хват. Параллельный узкий хват. А, кстати, да, обычный хват. Можно вот здесь еще подтягиваться. На бицепс, да. Подсказывает оператор. Вот. Так, есть. Разные хваты. Мы прокачали уже верхний плечевой пояс. Вот так. Берем брусья. А? Вот брусья. Брусья здесь имеют вот такую большую очень подушку под спину. Подлокотники. Ну и как вы помните, на моделях Pro версии они идут из полиуретана отлитые, то есть не кожзам. И подлокотники имеют углубление, удобно ложится локоть. Ну, естественно, отжимания на брусьях. Затем делаем пресс. Скамья для пресса и жима. Для пресса мы ее используем вот так. Качаем пресс. Ее же можно использовать вообще отдельно. Стационарно, то есть вы ставите ее на пол, независимо от стенки, точно так же качаете пресс уже здесь. Второе назначение — это скамья для жима штанги. Здесь уже вы разворачиваете ее наоборот, лицом сюда. Можно ее выставлять под разными углами. Сюда ставят вот такие ловушки для штанги с крюками на разной высоте. Крюки из пластины 5 мм толщиной. Рассчитано это все дело на 150 кг. Вес штанги. Здесь еще барашки есть. Ну просто сейчас не закручиваем, потому что выставляем. И, собственно, для чего нужна вот эта подушка. Вот, которая тоже есть в комплекте. Тоже из полиуретана. Мягкая, комфортная. Вы ее ставите сюда.
И когда вы делаете жим лежа, вы можете разные углы делать и жмете штангу сюда и уложите вот на крюки. Рассказал полностью о функционале шведской стенки передвижной. Ну, именно эта модель называется Ladas Universal Pro Plus. Есть модель Ladas Universal Pro. Она будет отличаться только скамьей, то есть материалом вот этой скамьи. Здесь она из полиуретана, а там будет просто цельная доска из фанеры, поролон и кожзам обтянута. Вот все, что можно сделать на этой шведской стенке. Если было полезно и если хотите прокачаться, заходите к нам в магазин по ссылочке, которая ниже под видео. Выбирайте нужную вам модель шведской стенки. Обращаю внимание, что доставка на отделение Новой Почты у нас бесплатна. В подарок ко всем шведским стенкам вот такой кистевой эспандер с регулировкой нагрузки. Пока что. Поэтому заказывайте. Выбирайте цвет. Их можно заказать в белом и в черном цвете. На этом все. На связи был Сергей. До новых встреч. Пока.